Всем привет! Что мы с вами давно не делали? Правильно, мы давно с вами не снимали мое окрашивание у Людмилы. И Людмила меня сейчас уже, кстати, давно окрашивает не у меня дома, а у себя в салоне. И мы сегодня с вами поедем туда вместе. Я вам все покажу, сниму, как раньше, как меня красит Людмила. Я с собой беру вот эти вот краски. Мы красимся все теми же красками Barex Jog. И у меня с собой три оттенка: 1211, 1221 и 1271. Это холодные оттенки, самые холодные в палитре. И Людмила их обычно миксует между собой. Она смотрит, какие у меня корни, как что отросло. И в зависимости от этого выбирает уже ту краску, которая будет меня красить, осветлять. Я, кстати, ей уже отвозила одну порцию красителей новых. Я, знаете, похоже, у меня склероз начался. Потому что я один раз купила красители, потом я, похоже, забыла, что я их купила. И я ее купила второй раз. И в итоге, когда я Людмиле отвезла порцию своих красок, я случайно дома нашла, что у меня еще лежат, еще, и сроки годности все хорошие. То есть я как-то умудрилась купить и забыть. Да, тяжелый случай. В общем, едем краситься. А вот мы с вами подходим уже к салону Людмилы. Так. Главное не упасть с копской что-то. Людмила, я где-то внизу. У меня только голова видна. Можно подняться? Все, я уже сижу у Людмилы. Мы, как всегда, начинаем окрашивание. Ну, краску, когда я выезжала, вам показала. В общем-то, мы делаем все как обычно, как мы всегда с Людмилой и делали. И сейчас будем корни осветлять. Мы не тонируемся. Ну, так, иногда, да, минут так на 5 и все. А, в общем-то, забросили мы это дело, тонировку, и мои волосы гораздо лучше себя чувствуют. Мне Людмила всегда очень аккуратненько, всегда только на отросшие корни. Сейчас еще мы челку подстрижем, челку-шторку. Так что я обновленная выйду. Но, правда, я потом накручу, и челку-шторку уже никто не увидит, да? Макушку мы уже покрасили. Мы самое первое — это макушку, потому что она больше всего видна. Меня больше всего спереди видит, чем сзади. Все, да? Да, корни все. Потом чуть-чуть попозже я вам чуть-чуть протяну немножечко. Ага. Сегодня мы с вами немножечко протянем. Мы с нолями сегодня? Нет, без нолей, без чуть-чуть. Нолей. Да, прям вот совсем. Ага. Ну, буквально сантиметра 4. Вот как раз вот это вот. Предыдущее ваше окрашивание чуть-чуть подхолодило. Ага. Но я немножечко переходила, потому что я пока к маме, да, съездила. Наверное, полоса у меня получится там. Ну, чтобы ее не получилось, мы сейчас сначала корни, а потом я вам чуть-чуть растушую. Ага, хорошо. Все, чай, кофе? Чаек. Сейчас я вам покажу, где мы с Людмилой чаек пьем. Сидим. Вот я вам решила салон снять. Людмила, посмотрите, вот какая монстера. Ну, Людмила, у вас очень уютно, очень красиво здесь, мне нравится. Мы сидим, и вот у нас столик какой. Вот здесь мы чаек пьем. Но цветы, гляньте, просто отдыхать душой можно сидеть в цветнике таком. Монстера шикарная. Так, и мой палец в кадр, главное, влез. А вот здесь такое огромное зеркало. Так что вот так вот все стильненько, уютненько. Посмотрите, какой чай мне с розами Людмила заварила.
И вкусняшки, конечно же. Вот так сверху. Ага. О, вообще. Людмила, ну прям шедевр. Все. Вот что значит, я переходила. Теперь Людмиле приходится что-то там колдовать, выравнивать. Но я к маме просто съездила, и все, короче. И у нас прошло время. Обычно мы 5 недель, и мы уже красимся. А тут, наверное, недель 7 прошло с тех пор, как мы последний раз встречались. А у меня тогда получается полоса желтая, недоосветленная. Вот Людмила колдует. Сейчас немножко протягивать, да, будем? Чуть-чуть, да, чтобы, ну, размыть вот этот стык. Понятно. Не забудь бы потом челку подстричь. Потом... Сейчас ля-ля-ля-ля-ля, и все, и челку и забудем. А то что-то как-то неудобно стало накручивать, в эту челку делать спереди. Может быть, челка-шторка мне поможет. Все, досиживаю нужное время. Это все одна и та же краска. Ничего мы не меняем, да? И оксид, нет, наверное, тот же, да? Оксид все тот же. Да. Ну, переходила я, поэтому придется вот немножечко подкорректировать. Так, все. Досиживаем время и смываем. Я вернулась от Людмилы, не успела там заснять, как мы челку стригли, потому что пришел следующий клиент. Так как мы много болтали, то мы вовремя не успели все быстро доделать. Но я поеду к Людмиле на восстановление, поэтому мы еще выложим для вас ролик. Вот что получилось. Вот такое осветление получилось. И вот она, челка-шторка. Ну, пока я доехала до дома, у меня, конечно же, все обвисло. Вот кто говорит, что надо с прямыми волосами. Это вот еще пока хоть какие-то остатки укладки есть, когда я выезжала от Людмилы. Но скоро это вообще будут просто полные сосульки. И поэтому вот с такой прической на людях не появляются, потому что это ужас. Людмила не стала вытягивать, поэтому не обращайте внимания. Концы вот такие, как они у меня есть. У меня эта сторона вечно пожеванная, соответственно, и концы такие. А эта сторона гораздо лучше. Вот, видите? Ну, так было всегда. Что были черные волосы, что светлые, одинаково. Эта сторона вечно какая-то не такая. Окрашиванием я, как всегда, довольна. Я не знаю, почему у меня камера передает такое ощущение, что у меня милирование. Милирования здесь нет. Здесь обычное окрашивание. Ну вот. Я снова у Людмилы в салоне, потому что мы решили продолжить процедуры. Мы решили протонироваться, потому что не тонировали мы мои волосы уже просто миллион лет. Я, кстати, сегодня еще вон и на маникюр успела съездить. У меня, в общем, день красоты сегодня. Оттенок. Вот мы вам показываем палитру. Вот это оттенок, которым мы будем тонироваться. Вот. У Людмилы новая красочка, мы хотим попробовать. Хотим попробовать тонировку. Тонировка будет на 1%. Вот такая вот красочка интересная. 1:2 смешиваем краску с оксидом. Густой, да, очень такой оксид? Густой такой вот прям. Так, 44. Один зажала. 1 грамм. Вот, видите, как в салонах обманывают. На 1 грамм меньше хотели. Больше, а теперь больше. Я уберу. Мы, кстати, с Людмилой уже, вот, видите, вечерком за окошком темно. Ну, мы... Вот, все. Да что ж такое? Короче, 44. Да ладно, я думаю, из 1 грамма там ничего не будет. Сам что факт. В минус, что в плюс, в принципе. Сам факт, кажется, что сначала не доложила, а потом переложила. Смотрите, какая плотная краска. Ого, прям крем. Это 1:2. Сливки взбили. Торт будем готовить сейчас. И пахнет, нет? Вот. Она вкусно пахнет. Пахнет? То есть аммиаком вот нет. Вообще ничего такого нет. Мы помыли волосы. Сейчас будем красочку наносить.
Ой, как я кайфую. Я сегодня кайфую целый день. Целый день у меня бьюти-процедуры, у меня все хорошо. Я на чиле, да, правильно так говорить? Да, на чиле, на расслабоне. Да. Ну, так что посмотрим, как после тренировочки. Вы же мне пишете постоянно, где тренировка, почему не делаешь. Вот, мы решили сделать один раз. Наносим тонировочку. Очень быстро наносим. Начиная с корней. Угу. Я конфетку кушаю. Меня Людмила конфетками кормит. Вкусные? Угу. Какая сейчас? Сейчас я покажу. Конфетка у меня с инжиром внутри. У Людмилы конфеты со всякими фруктами. С инжиром. С фиником и с чем-то я еще ела. Курага? Курага. С черносливом я ела, вот. Короче. Пока все не попробуйте, не отпущу. Короче говоря, я приехала. Я сначала сидела на ногтях, чай пила с конфетами, конечно же. А теперь здесь конфеты доедаю. Подумаешь, господи. Потом срочно на диету. На конфетную. На шоколадную, на шоколадки перейду. Я сегодня как уехала из дома, в 12, получается, или около того. А вот сегодня пол восьмого, да, Людмила, сейчас там? Без 15. Без 15:08, я не знаю, когда я домой попаду. Когда-нибудь попаду. Это мы распределяем уже дальше. Эту краску, кстати, надо держать от 5 до 15, да, минут. И она очень легенькая. Все, концерном пока не трогаю. Ага. Еще чуть-чуть и прям самый-самый-самый-самый. Я здесь как будто лысая. Вот я, то, что я вижу, оно еще отсвечивает. Я просто лысая. Мне даже интересно посмотреть, как получится. Прям таким холодненьким цветом. Ну, он прям не совсем такой прям вот холодный. Он просто чуть-чуть попрохладнее вас сделает. Но такого явного холода прям... Не, мне явно и не нужен. Нет, не да, будет. Да, я не хочу. Ну, я даже вот сейчас видно, видите? Да, ага. То есть он более холодный, но ага. Не серый. Да, вот и не надо серого. А, так, я камеру... Да, здесь вижу, не знаю, как на камере, а здесь он я вижу. Такой же, только чуть попрохладней. Ага. Все, сейчас на конце. Сейчас буквально пару минут и сливаем. Угу. В общей сложности 10 минут. Ну вот. Как мы быстренько. Так. Какой мы с Людмилой здесь и болтаем, и мы и чаи гоняем. А чего мы такое не делаем? Просто проводим хорошо время. У вас же нет никого, да, после меня, Людмила? Только я, да? Только дом, милый дом. Дом, милый дом. И три собаки. И три собаки, да, вот. Меня тоже ждет только дом, милый дом, и все. Могу собаку отдать в аренду. Не-не-не-не-не. Так, вот что у нас. Мокренькие. Мокренькие, да. Сейчас мы будем их сушить. Мне сейчас так стало удобно укладывать челку, вот эту вот шторку. Угу. Я все думаю, ну почему мы раньше ее не сделали? Вот намного лучше. Я сразу раз, и все ложится как надо. Она прям вот... Шторка это создана для того, чтобы вот эту челку на бок вот делать. Она вроде как есть. Ага. Ну, вроде как ее. То есть у меня с учетом того, что я сегодня бегала. Поэтому уже все, к концу дня все уже. Ничего, с такой погодой, с влажностью у меня вот так сразу вся голова. Так, Ксения, сейчас мы с вами сушим, смотрим. Ага. И наслаждаемся. Наслаждаемся результатом. Наша челка-шторка. Так с ней укладываться удобно. Она больше у вас на эту сторону, да? На правую, ага. Как-то я привыкла уже на правую. Так, давайте смотреть, что у нас по цвету. Давайте, да.
Видно, не видно? Я здесь-то вообще вижу, отличный цвет получился. Как камера, я не знаю. А я вас сейчас сзади попробую. Ага. Что, уже темно? Ну да. Сейчас уже к окошку не подойдешь. Не серая? Не серая. Нет, не серая. Хотели чуть приглушить, чуть-чуть да. Приглушили. Вообще идеально. Мне главное, чтобы серого не было. Нет, я он не люблю. Серый. Мы, ну, как бы цвет не меняли, только ага. Чуть его подприглушили, все. По-моему, вообще классно. Как вы хотели, сливочное масло. Да, это прям мой любимый цвет, сливочное масло. Я так посмотрела, мы с вами здесь на айфоне кажемся примерно одного оттенка. Ну, не знаю, я вот, по крайней мере, смотрите, видите как? Нет, как будто я намного темнее, желтее, и вообще мне краситься надо в плане того, что я вот на вас попробовала, завтра ага. Буду красить себя. Но вы нам не эксперимент или что проводите? Нет, в плане того, что только вчера краску привезли при полной записи, и вот, ну, не успеваю ага. Просто. Ну, вообще, да. Вот были бы вот они вот такие вот все прям белоснежки. Но... Ну вот, боюсь, что потом мы бы радовались бы, когда покрасились, а через неделю я бы уже плакала, сидела бы без волос. Нет. Это мы пытаемся отснять, как выглядят волосы, но наши айфоны их делают просто желтыми, и все. У меня почему-то в розовый стиль уходит сейчас. Да? Угу. А вот на самом деле цвет сливочного масла. По-другому никак не назовешь. Смотрите. Ну, тут да? Мне нравится, да. Сейчас мы еще попробуем. Ну, вот на Людмилин телефон как-то получше получилось. Потому что, ну, по-другому сели. Угу. В кусты. Я вас в кусты затащила. Вот, да. Вот здесь, ну, чуть-чуть розовит, но не желтеет. Я вот вижу так. Мне он просто желтыми делает, вот то, что я вижу, и все.